Абсолютно считаю, применение ядерного оружия недопустимо. Это еще и потому, что это же рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как Соединенные Штаты Америки. Поэтому это и поэтому еще недопустимо. Но и недопустимо, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать, и мы улетим неизвестно куда. Поэтому это недопустимо, применение ядерного оружия и прочее. Может Россия или не может, это вам надо задать руководству России, этот вопрос. Скорее всего, Путин не хочет глобального столкновения с НАТО. Воспользуйтесь этим. Воспользуйтесь этим и сделайте все, чтобы этого не было.